Приветствую вас на канале Бурмик, с вами дядь Миша. Друзья, на нашем канале уже куча салатов и куча закусок. Но я же не могу вас оставить без какого-то новенького салата. Вот, допустим, сейчас мы будем готовить салат «Нежность». И он действительно очень нежный и очень вкусный. Готовим! Бурмикс. Для начала подготовим куриные грудки. Так как мне нужен чистый вкус курицы без всяких специй, потому я выкладываю грудки на фольгу, слегка подсаливаю и никаких специй не добавляю. Заворачиваем плотно в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Пускай запекаются. Пока грудки готовятся, замаринуем лук. Обыкновенный репчатый лук нарезаем мелким кубиком, перекладываем в чашку, добавляем 1/2 чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара, 1 столовую ложку 6% винного уксуса, желательно белого, и заливаем кипятком, чтобы кипяток покрыл полностью лук. Отставляем в сторону и даем полностью остыть. Отваренный картофель в мундире чистим от кожуры. И так как салат у нас будет слоеный, я предпочитаю в этом варианте овощи натирать. Картофель натираем на крупной терке. Также на крупной терке натираем яйца. На средней терке натираем сыр. Используйте сыр тот, который вам нравится. И никогда не думайте, что если вы берете некачественный и невкусный сыр, то он у вас в салате заиграет. Этого не происходит. Берите хороший сыр, который вам нравится. Теперь разбираемся с пекинской капустой. Разбираем ее на листья и вырезаем ненужную толстую часть. Она нам в салате не нужна, она просто нарушит текстуру. Зато можно ее просто так сгрызть, допустим, соевым соусом, и это будет вкусно. Подготовленные листья нарезаем тонкой соломкой. Подготавливаем заправку для салата. В глубокую чашку кладем сметану, 3 столовые ложки, 1 чайную ложку хорошей горчицы, остренькой, немного черного перца, но это уже по вкусу и по желанию, и немножко добавьте соли. Тщательно перемешиваем, пробуем. Если нас устраивает вкус, продолжаем. Запеченные и остывшие грудки нарезаем мелким кубиком. Примерно вот так. Ну и теперь самое интересное, собираем в салат. Для этого я буду использовать кольцо. На дно выкладываем картофель. Распределяем его по всей площади. Сверху смазываем подготовленным соусом. Кстати, если не хотите заморачиваться соусом и любите майонез, можете использовать майонез. С майонезом тоже будет очень вкусно, но лучше использовать, конечно же, домашний майонез. Следующим слоем идет лук. Остывший лук отжимаем от лишней влаги и выкладываем слой. На лук выкладываем курицу. Слегка утрамбовываем, чтобы у нас все ровненько было, и когда мы будем снимать кольцо, чтобы у нас салат не развалился. Сверху курицу опять смазываем соусом. Затем выкладываем натертые яйца. Опять смазываем соусом. Теперь у нас идет слой сыра. Сыр опять-таки смазываем соусом. И завершающий штрих. Сверху выкладываем шапку из нарезанной пекинской капусты. Снимаем кольцо и вуаля! Наш салат «Нежность» готов! А вот украсить этот салат я вам очень рекомендую нарезанными помидорами черри. Помидоры черри не только украсят ваш салат, но и придадут ему дополнительную изюминку. Обязательно добавьте помидоры черри рядышком с салатом. Это очень вкусно и очень нежно. Ну вот, друзья, теперь вы точно знаете, как приготовить салат «Нежность». А хотите приготовить другой салатик? Заходите в наш плейлист с салатами и закусками и выбирайте салат, который вам нравится больше. Много очень вкусного, много очень интересного, а будет еще больше в новом, наверное, году. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, оставляйте комментарии, поздравляйте друг друга, ну и нас, конечно, с наступающим Новым годом, так же, как я поздравляю вас. Главное вам здоровья, счастья и всего-всего самого наилучшего. До новых встреч, пока!
Бормикс.